Меня не обманули? Нет. Ну тогда я вам сразу задам вопрос, чтобы с этим залом поделились вы самой такой сокровенной вещью. Что самое-самое главное, когда вы рекомендуете нашу парфюмерию? Самое главное, ведь когда мы предлагаем аромат, мы предлагаем не аромат, мы предлагаем эмоции. Мы говорим человеку какие-то образы, то, на что захочет человек быть похожим. Например, женственная, нежная, деловая, стильная, модная, яркая, брутальная или брутальный, а может быть сексуальный. И это очень важно, потому что аромат – это очень такой самый главный атрибут имиджа. То есть совет простой. Продаем образ и аромат, соответствующий этому образу. Да. Отлично. Ну, вот непосредственно это общая такая рекомендация. Какие у вас есть, может быть, такие фишечки или какие-то приемчики, которые вы лично пользуетесь, чтобы продать наши ароматы? Конечно. Два момента. Во-первых, нужно обратить внимание, кто парфюмер, какая у него история, какие у него есть в его копилочке ароматы или бренды, да? Это очень важно, это очень помогает. Второе. Я вообще люблю говорить, что нужно аромат примерять. Нужно порекомендовать аромат примерить, потому что аромат, он имеет три ноты, и они раскрываются в течение нескольких часов. И очень рекомендую, возьмите три платочка, побрызгайте в разное время аромат, для того, чтобы он раскрывался постепенно. И покажите аромат своим клиентам. Вы удивитесь каждый раз, каждый платочек, как новый аромат. Он раскрывается, как букет. И у вас будут 100% продажи. Какой интересный совет, друзья. Три платочка. Каждый должен обязательно запастись и использовать это ноу-хау от Светланы. Ну вот, если просто совсем провокационный вопрос. Я понимаю, что вы только сегодня, сейчас, наверное, да, как и все в этом, да, зале, увидели эту новость. Она немного шокирует, да? Но вот навскидку, так, совершенно спонтанно, как бы именно этот парфюм вы предлагали, рекомендовали и продавали бы своим клиентам? Ну, это вообще здорово. И когда с нами сотрудничают звезды, у нас уже целая коллекция, Сергей сегодня говорил об этом, это всегда поднимает продажи, потому что мы смотрим на образ, да. Для нас звезды – это как какой-то эталон, и каждый хочет равняться, ну, каждый из нас выбирает тот образ, который ему нравится. Это такие же эмоции. И мне кажется, этот аромат – это 100% продажа. Отлично. Спасибо, Светлана. Друзья, давайте поаплодируем Светлане. Спасибо огромное.